Феррари купил перчатку. Феррари пацаны, гантеля у Феррари. А зачем он гантелю-то взял? Гантелю купил. Чтобы по ХП не просесть. Он хочет качаться. Надо он качаться к лету. Нет, я думаю, что он хочет... Феррари, серьезно! Живи! Живи! Густав, умирай! Что ты делаешь? Живи! 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 Давай! Давай! Отлично, как это, да, как это возможно? Как это возможно? ГГВП, что хотел Густав? СФ-ы. Сделать СФ-ы. В конце, он хотел что убить. Делать? Третий решающий Кайпов, матч. Получить левел, получить зачем? Уровень, а, чтобы ХП возросло. А что сразу это не сделал? Так, сразу дал бы, убил бы больше грифов, взял бы. Ошибка, ну так не выигрывается интернешнл. Так не получить рапиру. Можно рапирой только получить. Создавай игру. Сейчас создам, пацаны. Нет, подожди. Подготовка релаксирует, релаксируют игроки, отдохнуть. Массажисты работают. Я болею за S4. Я тоже болею за Густава, конечно. Заслужил. Заслужил. Я китайский Глор. Ты китайский Глор? Угу. А я, ребят, ты что? Болею за красивую игру. Я просто болею. Я просто болею. Многие сейчас, наверное, даже не узнают, что это за игра такая. Вот сейчас наши молодые зрители, все, которым еще не выполнилось... Неважно сколько. Вот, смотрите, вот она. Музыку классика. Только надо, музыку. Классика, в да, она без музыки вообще быть. Не работает. Давай. А она показывается? Вот. Темека. Раз. Темека. Два. Смотри, он еще отходит, отпивает. Чебоксарский снайпер, смотри, что он делает. Тихо. Темека. Хоп. Тихо, музыка. Размен ушел. Кол. Ближний кол, дальний кол. Собственно, вот такая вот история. Вот игра. Все. Сейчас нас ждет турнир 1-1 на СФ. Ну что, у меня слезы пошли от Тимеки, но это такое. А вдруг Тимека это фейк? Феррари выступает за сторону добрых. Тимека это фейк Артизи. Это Артизи до того, как переехал в Канаду. Опять. Опа, пошел блок крипов. С4 блочек крипов. Блочек левого крипа. Блочек правого крипа. Выходит вперед. Подблочил возле тавара. Подблочил крипа. Густав. Рэндж крип бежит вперед. Врывается вперед. Рэнджевой крип. Блочит его С4. Блочит С4. В то время Феррари блочит тоже крипов. Держи за хвост. У обоих игроков по 4 крипа. Оба блочат 4 крипа. Наш игрок подходит. Короче, лучше заблочил С4. Парамузиками. Лучше С4 заблочил! Ай-яй-яй-яй-яй, хорошо. Первый есть. Крипа. Первый есть. Хорошо. Включи нам W. Отлично. Есть первый крип у Густава. Смотри, рэнч крипа. Бей хорошо! Его. Хорошо, Густав! 1-1. Сейчас будет первый крип от Феррари. Или не будет? Не будет, не будет уже до конца. Дави это мясо. Подожди. Убить! Проседай. Ой, размен по ХП какой. Три ореха. Размен. Но нету денег совсем от Феррари. И нету добить. Крипа бей. Ой, Хорошо! Что за лев львиный? Ты посмотри, что сделал. Лев львиный? Да. Посмотри. 3-2. Очень грубая доминация. Грубая доминация. Добить. Хорошо. Хорош. 3-3 на 1-0. Появляются кайлы. Все, пошел. Пошел калить. Тимека, давай. Пошел кач. Давай. Оп. Ай-яй-яй. Что творит китайцы? Густо. Слушай, а Феррари тоже умеет Z нажимать. Z? Или что он там нажал, я не знаю. Так, добить. Хорошо. Хорошо, 4-4. Еще одного. Еще. Давай. Еще одного. И как в Бразилии на футболе. Вот так. Оле! Ну, получил третий левел, койлы второго уровня. Давай. И гол! И намного больше крипов С4. Это уже 4 результат. 11, 12, 13. Ой-ой-ой-ой-ой. 13, 3. Дэмэдж. Разница в дэмэдже. Дэмэдж не проблема. Давай. Так. Осторожнее, надо бобров поесть. Живи, друг брат, брось. Живи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как Феррари давит-то? Продолжай давить. Моралью-то. Морально, на морали идет. Несет фласочку. Неси. Несет фласочку. Несет, хорошо. Он прям как Артурка. Ой-ой-ой, аккуратнее. Живи. Ой, тварь. Дальний ему дай. Не-не-не, рано. Рано? Ой-ой-ой. Какой додж? Какой отличный додж? Ой-ой-ой. Хилка. Маны нет. Где мана? Где мана у СФО? Надо сейчас у СФО, а где мана у Феррари? Тоже нет Феррари маны. Где один койл у Феррари? Нету ни Феррари, ни маны. Что происходит? На один койл есть мана у Феррари, ребята. Осторожнее. Очень мало крипов у Феррари. Это огромная проблема. 11-8, 4-3. У Феррари один шанс. Это зайти как-то по тавр и убить. Убить! Убить!
взять его за усцы. Немного не хватает на ботал С4. Пытается он добить парочку крипасов, но Феррари почему-то против. Так, так, появилась мана на койл, С4. Не тратит он ману. Вероятно, хочет добить руками. Руками? Ногами бей. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, нет, что? Пацаны, как? 22-9. Просто разгром китайской уже, доты. Уже появляется плывут китайцы. S4. Плывут, плывут китайцы, что плывут. Просто Феррари сейчас просто с раздавленным настроением выйдет, и IG поплывут. Одну карту выиграют. И наконец-то крипы приходят на сторону ботл. Феррари. Сейчас он может немножко покачаться. Купить. Кстати, себе завтра ботл, в ситуацию. Скажите, завтра в первом матче International Альянс играет против IG. Господи, боже мой, С4, ты давишь поворот. Добить! Третий левел кайлов, 15-12, 9-5, тут без шансов. Такие игры не выигрываются. Опять за свое. Хорошо. Плохо. Не попал. Хорошо. Дальнего бей. Хорошо. Ближнего бей. Хорошо. Среднего бей. Средний. Все бей. Средний. Вот там два стоят. Еще одного. Катапульту! Катапульта! Катапульта! Катапульта в студию! Катапульта! Две шкатулки! Катапульта уходит зрителя из зала. Я бы глянул, как это происходит. Так, у Феррари реально проблемы с ласкитом? Нет. Нет проблем. Опасность в инвизии. Ласкит не проблема. Не заходит. Банк инвиз, а он в инвизии. Короче, опять кто-то пошел на руну, и опять все нормализируется из этого. С4 пошел на руну, и в итоге он потерял где-то 2 часа времени. Он потерял много крипов, реально его догнали. Его догоняют на повороте. Бить! Бить, убить! Убить! 33 на 22. 11 крипов. Сапог. Сапог появляется у С4. Сапог, инвиз. Мана. Шестой левел. Просто. Седьмой левел. Сульта. Прейдж. Ульт! Отлично. Тимека С4. Он не съел бобиору. Он не съел бобра. Боже! Бобра, без бобра. Почему не съел бобра? Феррари что-то знает. Смотри. Тихо. Ай-яй-яй, спалился. Такой, не умеет. Он не... Бобер съешь, ну съешь. И опять дальняя от Феррари. У него только... Дальняя от С4. Феррари обходит на поворот. Ой-ой-ой! Не попал. Густав, дальний чемпион. Дай, убей! Убей! Да! Красавчик, завози его. А я недоволен, я втопил за Феррари. Но... Что я могу обратить на что внимание, это был Тимека в конце. Он запрокнулся двумя головами. Да, он промахнулся. Тимека вселился в С4. Феррари. Тимека вселился в Феррари. С4 и есть Тимека. Теперь у С4 есть Аегис и Рапира. То есть мы не сможем выбить из него Рапиру с первого раза. Подожди. Хорошо у вас идет мысля.